Багрета, наверное, говорить нечего. Поэтому, с вашего позволения, наверное, задавайте вопросы. Не буду долго говорить. Два минута, сложный матч. Как вы оцениваете? Ну, и настроение повлияли на ход матча? Каков был изначальный план на игру? Понятно, что многое не получилось, но все-таки собирались низко садиться или, может быть, мы изначально планировали отдать инициативу команде Крыльцовета, учитывая на скоростные данные Саркисова. Рассчитывая, что в какой-то момент он может убежать от не самых быстрых центральных защитников Бурлака и Самажича, но, к сожалению, вообще у нас ничего не получалось. Не мяч не держался, и, соответственно, не было выхода быстро из обороны в атаке, на что мы и рассчитали. На стандарт, насколько я понимаю, да, рассчитывали достаточно серьезно. Почему вот там несколько моментов было, не доводили все-таки решающего удара? Будем разбирать, почему не доводили эти моменты до решающего удара. А на стандарт мы работали много, да. Саша Соболев у вас в команде, вот он не смог сегодня, да, контракт действующий. Насколько его отсутствие ощутимо вообще, насколько он влился уже в коллектив, в команду? Ну, он еще проходит, наверное, процесс адаптации. Я думаю, что сегодня так, как мы играли, наверное, и Месси не помог в этом, не только Саша Соболев. Ну, кстати, тогда и вопрос личный, а почему так играли? Как будто обреченная команда вышла сегодня. Да, присутствовала полное равнодушие, а футбол это не прощает. Еще, коллеги, вопросы. Дальнейшее ваше действие, как вы будете встряхивать команду, что, может быть, какие-то сплочения проводить? Ну, это я публично не буду обсуждать. Мы в своей семье разберемся сами. Не хочу этого носить на публику. Но это все семья на сегодняшний день? Или вы отчим в этой команде? Семья, еще простите. Я говорю, Енисей, можно назвать семьей? Да, еще один цифр остался, будем биться, обязательно. Еще вопросы есть? Да, спасибо. Спасибо.